Меня зовут Дмитрий Громов, и больше 10 лет я занимаюсь изучением самых опасных, загадочных и таинственных мест Украины. Мне удалось побывать на закрытых режимных объектах, для проникновения в которые моей команде пришлось провернуть невероятные головокружительные аферы. В этом проекте я покажу вам самые удивительные локации нашей страны, недоступные простым смертным, от посещения которых кровь стынет в жилах, и каждый визит в которые может стать последним. Это мое испытание на прочность, один на один с каменной глыбой города. Проект «Вторжение». Выходят крепежи противоположных вантов узлами металлическими черными. Обратили внимание, с нашей стороны, помимо этих вантов, черные пимпочки торчат. Чик-чик-чик-чик. Это крепление противоположных вант. И там, где наши ванты закончатся, у нас будет два узла. Четыре узла, которые дадут очень большую помощь. Да, какая? Держи этот крюк. Или на шею его себе закинь просто. Ангел, как там у вас дела? Ты не базай. Работаем, делаем конструкцию. Когда будет готово, у нас, в принципе, коптер уже практически готов. Включай его. Когда мы закинем крюк, я дам сигнал на подъем. Держи удочку очень крепко и отойди на 30 сантиметров назад. И не опускай ее вниз. Есть? Да. Аккуратно, Димон. Есть! Что, начинаем работать? Да. Так, Ангел, сейчас супер внимание от тебя. Давай. Не базар! Звони. Все время, можешь уйти? Да. Сейчас прям? Да, держи. Держи. Отключи хуй всех. Подожди, Димон, работаем, я отвлекаюсь. Так, стопэ. Крюк и скотч. Держи утку, держишь. Держу. Короче, все, ты готова. Короче, Ангел, какая тема? Твой пакет. Кокаин, кокаин? Да, принимай. Сейчас прям? Да. Не-не-не, не сейчас, не сейчас, шутка. Короче, мы делаем следующую шляпу. Сейчас слушай внимательно. Да. Я вылажу. Да. Наверх. Да. Посмотри. Да. Да, Димон. Сейчас. Короче, я вылажу. Да. Да. Говори, брат. Стой. Братик, нам надо чуть-чуть поторопиться, реально. Да торопимся, блин. Я сейчас по твоему плечу делаю. Ну, ты отдыхаешь. Ты готов? Да. Мы начинаем подъем.
Стоп. Лично мы как раз... Стой, минута отдыха. Где они? Вот они уже готовы нас снимать. Минута вот есть? Ладно, никакой минуты отдыха. Димончик, давай, братик, все красиво. Слышишь? Уверенно. Уверенно, посмотри на меня. Посмотри. Да, есть. Погнали. Давай, Димон. Лучше. Здорово. Все нормально. Ангел, если будешь прыгать, ты головой можешь удариться. Если ты подпрыгнуть вверх хочешь. Не, я толкнусь просто. Давай только не вверх, не сделай движение вверх, оно тебя сразу вниз затопит. Опа! Пишет. Продолжаем, брат? Да. Что за узел ты используешь, Димон? Самый примитивный, самый простой узел. Я использую самый примитивный, самый простой узел. Ну, будешь повторять или мне за тебя говорить? Да, давай на момент затягивания повторим. Ну, давай. Камеру включи. Рыкнись. Там пишет. Подожди, стой, стой, стой. Еще раз разминание рук, понял? Поправляешь губу и разминаешь руки. Готов? Капюшоном не накрывать его, так нормально выглядит? Накрой капюшоном. Кто? Начали.
Стоп. Стоп. Еще раз. Стоп. Еще раз. Стоп. Да я разминаю. Нормально. Дай, сними капюшон. Нормально, надень ее здесь. Спокойно. Держи, Тёма. Было. Подожди. Бывает, дядя, аккуратно. Ребята, а кто вы такие живые делаете? Доброе утро, мы фотографы. Мы сфотографировали краник, мы никакого вреда ему не причинили. И мы уже уходим, простите за беспокойство. Не, вообще-то это как на территории. Фотографировали. Секунду, подожди. Окей. Грунтовые воды просачиваются в тоннели. И все. Окей. Вставайте на кухню, дубль 11. Начали. В этот тоннель просачиваются грунтовые воды. Дальше, не, Димас, не лезь, иди сюда. Обратно. Димас, стоп. Обратно. Обратно лезь. Что такое? Шум. Что такое? Ну что, нормально получилось? Кайфуй. Что? Кайфуй от происходящего. Стой просто, Димас. Просто стань прямо. Чуть-чуть разверни голову влево. Ниже голову опусти. Вот так зафиксируйся. День два рассвет, дубль один. Под утро на зимнем заводе очень холодно. Разогревшись после горячего подвала, очень сложно под утро адаптироваться к морозному утру. Еще раз хватит за горячий подвал, это не надо. Три раза утро. Скажу. Горячее утро, подвала хватит. Ты нет. И пишем дальше. Все, выходим. Давай. Стой, 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 стой. Если даешь, то давай правую руку. Давай, давай, аккуратно вниз, вниз. Ходи, ходи, ходи. Аккуратно, нога. Все, все, слазь, шел. Пошел, пошел. Да сейчас пойду. Пушку. Так, закрываем за собой полку, чтобы, возможно, это могли объяснить какой-то крупной веткой или еще, может быть, чем-то. Ну, чтобы было аккуратнее. Еще. Все, ну. Все, махнули. А тебе на кого?
Тёмыч не умер? Воняет. Аня, ты снимаешь? Нет, да, снимаю. Подожди, дай отдохну, Димон. Смотрите, что я нашел. Обломок люка. Река разбивает чугунные крышки вот на такие осколки. Я называю это... Проходит. О, смотри, сними, ангел, ты снимаешь? Реально, чтобы не ушуршать. Смотри, вода грязная, мутная, поднялся пар, поднялась вонь, поднялся шум и поднялся адреналин в крови. Короче, если что, здесь клянемся, да? Да, просто есть такое понятие, как коллекторная волна. Из этого... Нет, этого нет понятия, не существует вообще. Есть, из этого дыма может просто мэкнуть на нас волна полутораметровая. Да не может. Волна на нас подойдет. Блядь, огромная синяя волна. Дядя, Подожди. Демчик, можешь дать мне перчатки? Сейчас он, пацаны, улетит мгновенно. Направь его носом по потоку. Да нет, он сейчас гелями поравняется. Тип на апреле жжет, блядь, кольцевой. Киев, давай еще раз. Центр города, йоу, весь омыт кровью. Что еще, давай. И тут все в крови, видишь? А сбоку уже попроще. О, вот это интересная модель противогаза. Это изолирующий противогаз. Фары упали тут, пацан. Нормально. Братик, да. Не шевелись. Посиди, братан. Посиди. Не трогай. Нормально. Все нормально. Братик, да. Это сегодняшний наш десерт. Это когда мы все сделаем, мы сегодня полосуем вот этой прелестью. Смотрите. Это лучшие швейцарские повара трудились в течение всей ночи, готовясь к нашему визиту. Штучки. Я сейчас бах возьмем, поедем. По земле, понял? Поезд просто по земле сейчас пойдет. Чемчик, на, переобуйся, если ножки запрели. Ладно, шучу, это мои Венсы. Заказал на eBay. Прямо сюда на завод привезли.
Да. Не, я снимаю. Пойдем. Стоп. Заходи. Вперед, лицом вниз. Дверь не бей с этой стороны. Да, красавчик. Скажи, добрый день. Добрый пять. Только не сломал, ты же на шопоте. Еще раз. Подожди. Да. Перейся. Давай. Давай. Да. Камоночка и припадочка. Настоящие острова, на которых можно проводить свое свободное время и обустраивать личный досуг.